Тамилинский пруд очистили от мусора и обустроили его береговую линию. Результат работ оценили министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, глава округа Владимир Ружицкий и жители поселка. Подробности в сюжете. В честь обновленного водоема устроили настоящий праздник. Ведь для жителей Тамилина пруд – любимое место отдыха. Сюда приходят погулять, порыбачить, провести время с семьей и друзьями. Я лично с удочкой сижу. За полдня такого поймаю, но мне не важно. Мне важно посидеть, отдохнуть, подумать, в мыслях собраться. Глянешь, поплавка уже нету. Поднял бычок там такой. Мы уже давно говорили о том, что нужно его очистить. Вот. И несколько раз заявления всякие подавали. Вот свершилось наконец-то. Вот если бы еще лавочки поставили, чтобы можно было сидеть, как-то было бы хорошо. Жительница Тамилина Елена Портас рассказывает, что в детстве отец учил ее рыбачить именно на этом пруду. Сейчас она приводит сюда своих детей. Вместе гуляют, кормят уток и рыб. Было очень печально наблюдать, как за последние годы пруд сильно зарос, он мельчал, мы боялись очень его потерять. Поэтому вот эти мероприятия по очистке, они были очень своевременными. Вот. И я надеюсь, что благодаря им пруд обретет новую жизнь. Водоем очистили по программе губернатора 100 прудов и озер. Тамилинский пруд прошел первый этап санитарной очистки. На берегу и в акватории убрали мусор, камыши, сухие деревья. Для комфорта жителей вокруг водоема поставили фонари. Скоро появятся лавочки. Дальше мы уже отработали с Минэкологией, с Андреем Викторовичем, чтобы именно этот пруд в Тамилино вошел в эту программу. Он вошел и общими усилиями за счет средств в целом, в основном, Московской области, немножко муниципалитета, этот пруд очищен. Понятно, что совершенству нет предела. В Тамилинском пруду появились новые обитатели. Владимир Ружицкий вместе с Андреем Разиным запустили в воду молодых карпов. Для уток установили новые домики. В скором времени очистят пруд от ила. Водоем оказался под пристальным вниманием благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел». Объекты у нас выбираются посредством голосования. Значит, это двухэтапный процесс. Первично муниципалитет формирует реестр прудов, которые необходимо почистить, определяет перечень работ. И те пруды, которые набирают наибольшее количество голосов жителей, включаются в программу в первоочередном порядке. Министр отметил, что округ уделяет особое внимание вопросам экологии. За последний год в Люберцах значительно улучшилось качество воздуха благодаря постоянному эко-мониторингу. Раньше округ был на первом месте по уровню загрязненности воздушной среды. Люберцы с первого места ушел уже ближе к концу первой десятки. Очень приятно, что городской округ в этой работе занимает такую серьезную активную позицию. Очень рассчитываю на дальнейшее вот такое вот совместное движение вперед. В сентябре на сайте «Добродел» стартует новое голосование за выбор водоемов для очистки в 2022 году. Каждый совершеннолетний житель может принять участие. В программу планируют включить еще 60 озер и прудов Подмосковья. Анна Слайковская, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.